Шойгу, они, ну вот, как это, крыша едет с катушек, ну, в общем, вот такое. Шойгу доложил об уничтожении танков «Леопард». Минобороны выложило видеодоказательство. Вот только при ближайшем рассмотрении оказалось, что за немецкий «Леопард» выдали трактор с опрыскивателем. Давайте посмотрим на этот позор. Вот. Близко берешь. Слегка дальше погляди. Вот они знают, что стоит. Это что такое стоит? А вот, я говорю, что это стоит такое. Вот так щелкни координат. Ну давай по нему отработаем все тогда. Он готов работать. Пошла. Фан-фан 943. Да, вот смотрите, вот фотография, да. А теперь смотрим дальше. А вот что они уничтожили. Понимаете, то есть они, это очень смешно, они, вот знаете, в комбайне есть вот эта вот конструкция, которая скидывает в машину то, что собрано, там зерно или что-нибудь. Они это приняли за дуло. Дело в том, вот видите, оно справа. Дело в том, что эта штука не обязательно должна стоять как-то горизонтально. Она стоит обычно 45 градусов. Вот такое вот удивительное танк «Леопард». Ну и, наверное, не один. Не один. А «Патриотов» сколько? Да, но они во многом вот, складывают часто ощущение, живут где-то в 81-м году, когда нет ни интернета еще, ничего нет, ничего проверить нельзя, ничего как-то ни в чем удостовериться невозможно. Кстати, это стало понятно и тогда, когда Путин до последнего дня уверял всех, что войны не будет, что он ни на Украину наступать не будет, а все через спутники Америка все видела, и поэтому каждый через день заявлял Байден о том, что там вот-вот война. А им казалось, что по-прежнему ничего, на ничего никто не замечает, что они делают. Вот у меня ощущение, что даже не с возрастом связано, а не знаю, с какими-то глубинными корнями в советском вот этом где-то там, вот им кажется, что ничего нельзя проверить по-прежнему. Это ж позор. Если Шойгу подтвердил, как бы сам сказал, не просто кто-то там где-то, что они уничтожили «Леопарда», а это были вот эти вот комбайны. Но это же просто уже, ну, как бы, ну хорошо, что они смешны, потому что смешны это прекрасно в данном случае. Смешны, значит, позорны. Они многогранно позорны с разных сторон и по-разному.